Всем приветики. Вот эти часы я распаковал и дальше больше ничего не стал снимать. Почему? Потому что они... И с ними тоже косяк был, я получается. Ну, пока смотрел, все нормально было. А потом, когда перешел к проектору, вот оно, если перемотать дальше, у меня осталось только теперь видео от этих часов, потому что я их назад отправил. Надеюсь, вернут мне деньги за них. Вот, получается. Первая цифра видна, а вот эти не видны. Просто когда оно было светило сюда, на эту как бы, на этот фон, он был почти что рядом с руками, оно не особо заметно было, и там тем более единичка была, там было 1.01, что такое, и казалось, что вроде бы норм, просто плохо отображается. И я потом выключил, ну типа, это же просто распаковка, открыл, посмотрел, все закрыл, а потом я просто не снял, надо было снять, как оно показывает. В общем, я перевыключил, перевел на стену, а вот эта часть не показывала, то есть оно часы не показывало, только минуты. Я начал настраивать, кнопки нажимать, там крутилку крутить. Крутилка — это получается четкость, то есть, ну, чем дальше ты светишь, тем оно не четче, ты просто, фокус ловишь, чтобы оно четко было. И в итоге это так и не появилось, а потом и это пропало. А потом вообще все это стало восьмерками какими-то, а потом... Оно как-то в бокс ехало, и вообще там практически ничего не показывало. Там, когда как-то шевелишь, оно появляется, и... Ну, короче, блин... Короче, часы пришли плохие ко мне. То есть вот эти часы... Вот они, я тоже в них... Ой, блин, короче, пришли они, и я немного расстроился, потому что... Ну, сначала все круто вроде было, а потом я смотрю, проектор не работает, половина проектора, а потом и весь перестал работать. Ну, то есть он сначала половину часов не показывал, потом стал показывать, но не часы, а просто восьмерки. То есть, короче, проектор какой-то косячный, там что-то не так. И я их просто на следующий день позвонил, в магазин где покупал, сказал, что такая проблема. Они сказали, ну, отправляйте типа назад, вернем деньги. Я просто отправил, и оно еще пока что к ним не дошло. Я надеюсь, когда придет, они вернут деньги мне. Вот. Вообще, я, честно говоря, хотел бы, чтобы у меня были такие часы с проектором на стену. Было бы круто, чтобы ты, например, лежишь в кровати, а у тебя на потолке светится время. Это ж круто. Ты такой просыпаешься, видишь время, или ложишься, видишь время. Не надо же голову поднимать. Это ж круто, реально. Но, блин, жалко, что они не работают. Я вот не знаю. Потому что я еще к ним еще и блок заказал. Он мне уже пришел. Сейчас блок покажу. Вот такой вот блок. Там просто было написано, что в комплекте не идет ничего. Я купил отдельно. Я сразу и то заказал. Блок пришел, и по идее он работает. Просто мне его сейчас не на чем проверить. Потому что я уже часы назад отправил. Заказал блок, заказал часы. Ну, вернее, часы и блок к нему. Часы пришли, а там, оказывается, был с ними провод, но без подключения. Я подключал. Там, получается, такой вход был, а выход на USB. Я просто от телефона подключил, и оно отработало как бы. А теперь, когда они не работали, я их отправил назад, а блок остался. Чего теперь с ним сделать? Как бы неприятно. Часы не рабочие, отправил назад, блок теперь не нужен. Зачем я, типа, его покупал? Даже если мне за часы деньги вернут, то блок-то рабочий. Вряд ли мне за него что-то вернут. Или, может, тоже попробовать вернуть его. Не знаю, что теперь делать. Вообще капец какой-то. Да еще и... А после часов и блока пришла вот эта колонка. И она, короче, какая-то косячная. Блин, что-то у меня одни... Какая-то полоса неудачи такая. Блин, все не работает. Вроде всегда все работало, все, что покупала. Сейчас последние две покупки, это было часы и колонка. И то, блин. Ну, часы там реально не работают, а колонка, она работает, но как-то криво, короче. Блин, жесть какая-то. Ну, шипит эта колонка, и что она там еще... Шипит, фонит. Расстояние не ловит, короче, блин, жестко. Так что вот, у меня еще такие часы были в руках, но на следующий день я их назад отправил, потому что в них не работает проектор, а я брал их только из-за проектора. И жалко, конечно, я так хотел себе такие часы, чтобы именно с проектором, чтобы они светили на стену, блин, я так хотел, и, блин, такой облом, жалко, конечно. Вот как-то так. На этом все, всем покидываю.